А ты сама-то видала? Говорю ж тебе, плечи подкладные, рукава реглан. Варвар, а чё стоишь? Налилась? Налилась. Ну вот и иди. Это тебя не касается. Хм, подумаешь, не очень-то и хотелось. Ну а дальше? Дальше-то как? Приталина. Ух ты! Лацканы такие, знаешь, не очень. Жалко. Зато обшлага. Ой, обшлага какие! Ты б видела! Класс! Давай отдохнем. А зимой-то как? Зимой вообще шикарно. Мех такой густой, переливается. И манжеты отделаны. Нет, манжеты без меха. Но зато, знаешь, такие раструбом. Ой, красота-то какая, Анька. Да, красота, Верка, даже не верится. Ну, пошли. Пойдем. Ой. А на ногах-то что? Сапожки такие, что закачаешься. Кожа блестит. А каблук? Каблук? Средний. Жалко. Ну, для нас с тобой, может, и на высоком было бы лучше, а им и на среднем шикарно будет. И то верно. Шикарно будет. Ань, а пояс-то, пояс? А мысок-то острый? Какой острый? Вспомнила. Острый-то когда носили? Когда ж это было, милая моя? А тут самый что ни на есть суперский. Мальчики наши идут, давай быстрее. А у нас уж все готово. А вот и мы. Делай раз, делай два, делай три. Ну, как у нас с ужином? Да погодите вы с ужином. Что, не выдали еще? Вы про что? Как про что? Про новую офицерскую форму. По телевидению уже сегодня передавали. Вот радость-то. Мы с Анькой весь день только о ней и говорим. Ура! Дождались! Наконец-то к армии! Лицо повернулись! Дождались! Наконец-то! Вот это радость! Так действительно радость! Эх, Колька! Не зря мы с тобой со школы в офицеры хотели! Не зря, Сашка! Теперь заживем как люди! Девчонки! Ура! Девчонки, счастливые какие, что за офицеров-то замуж вышли. Надо бы мне кого-то отыскать, танкиста или летчика. А лучше моряка.